Точно уже могу сказать, что это кетеме. Река кетеме. Вот там мы покажем секретную кузницу. Это будет очень большая сцена о том, как саха добывали, значит, ну как ковали железо, в частности оружие. Еще с ними переправу, значит, лошадей, коров именно якутской породы. Она вписана, вплетена вот в сценарий. Ну, у нас мы будем по всей Якутии снимать, значит, начиная с Любы, заканчивая Миконом, Амга, там.